В Булунском районе к 7 годам лишения свободы осужден мужчина, обвиняемый в смерти инвалида. Потерпевший являлся инвалидом первой группы с детства и в силу своих ограниченных возможностей по состоянию здоровья не мог оказать серьезное сопротивление подсудимому. Прокуратура Булунского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей уголовную ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Установлено, что в январе 2017 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у своего знакомого, в ходе ссоры нанес последнему несколько ударов руками и ногами в жизненно важные органы, а также ударил его кухонным ножом в левое предплечье. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Потерпевший являлся инвалидом первой группы с детства и в силу своих ограниченных возможностей по состоянию здоровья не мог оказать серьезное сопротивление подсудимому. С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.